гольф теперь можно поиграть прямо на Эйфелевой башне. Здесь на высоте 57 метров открылось временное мини-поле. Его украсили копиями достопримечательностей Парижа, включая Триумфальную арку и Лувр. 6-летняя Изольда со своей бабушкой – одни из первых посетителей. «Я всегда выигрываю, бабушка проигрывает, а я побеждаю». А это семейство под впечатлением от вида, который открывается с поля для мини-гольфа. «Очень и очень впечатляет. Мы играем на Эйфелевой башне на фоне такого прекрасного вида. Это просто невероятно». «Необычно, потому что не каждый день играешь в гольф на Эйфелевой башне». Поле для мини-гольфа появилось не случайно. В Париже начался обратный отсчет до проведения Кубка Райдера. Это престижный турнир между гольфистами США и Европы. Проводят его каждые 2 года. И в следующем году он впервые пройдет во Франции. Команды сразятся на поле Ле Гольф Националь, которое 27 лет назад открыли под Версалем. С 1991-го здесь проходит открытый чемпионат Франции. Игры пройдут с 28 по 30 сентября 2018 года.